Всем привет, с вами Андрей Сонар. Сегодня едем кататься на красном драконе. Кое-что забрал с завода и сейчас выдвигаюсь на место, где будем кататься на драконе. Че, все, на 12-часовую смену? Именно так. Ужас. Я думал, покататься придешь. Счастливо поработать. Спасибо. Пока-пока. Эх, какой я молодец. Даже машину обогнал. Вон там дракончик едет. А вот и дракончик. Он такой маленький, аккуратненький. Когда свернутый. Как впечатление? Вообще великолепно. Просто, вот, не знаю, чувство переполняет. Ну что, экипаж готов? Да. Так. Что, вы сюда, на этот? Можете первый ряд. Вот такой заезд сделали вдоль ЦПКО. Народ там, конечно, телефоны выхватывал, снимал, когда вот такая вот диковинка по воде идет. А теперь выходим в море! Вшестером. Нарушать скоростной режим, поэтому пойдем по средней Невке.
медленно и печально, но зато нас будет лучше видно со стороны. А это вот Butterfly с сиденьем комфорт. А у вас там тайм-триал? А вот мы тайм-триалом и катаемся. Вот так наша продукция на водоемах. Первый раз? Ну и как ощущения? Тяжелая? Надо было по крафт брать. Ладно, счастливо! Вот так вот накатались. Давайте, бесплатно. Бесплатно. Так, ну и вам тоже жилет. Да. Что, вас уже видели, когда вы там где-то там плавали? Когда мы сюда, мы вас видели. Просто... Просто мы производители этого дракона. Вот как раз вот производственным коллективом и катаемся. Такая эта штука, она для коммерческих целей, она продается. Мы ее делаем и продаем. И вот сразу уже люди готовы деньги отдавать, чтобы на нем кататься. Так что заказывайте в тайм-триале. Рафт Дракон, самоходный. Не уверен. Классно. Подскажи, Деня, на камеру, как тебе понравилось тебе кататься? Еще хочешь? Да. Классно было, да? Не испугалась? Нет. Спасибо. Здорово. Вам огромное. Спасибо, пока! Как видно, просто люди подходят и спрашивают, сколько стоит прокатиться. Прокатчикам на заметку, эта услуга явно будет востребованной. Моторный самоходный рафт. Ну, просто шикарно покатались. Сейчас я сворачиваю рафт. И, скорее всего, такие покатушки я буду практиковать и далее. С приглашением зрителей и желающих покататься. Шестерых этот рафт под скромным Suzuki 9.9 везет нормально. Глиссирует. Так что при хорошей погоде... Мы будем устраивать какие-то мероприятия на воде. Не только моторно-рафтовые, но еще байдарочные, покрафтовые. Так что до новых встреч! С вами был Андрей Сонар. Всем пока!